Еще одна проблема, с которой предстоит разобраться в мэрии, это сугробы на улицах самого областного центра. Вопрос сегодня обсуждался на планерке в правительстве области. Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что от жителей Пензы поступает много жалоб. Завалы провоцируют аварийные ситуации, особенно на выезде из дворов и перекрестках, создают неудобства на парковках возле торговых центров. С последними, по мнению главы региона, нужно налаживать диалог, чтобы владельцы магазинов приводили свою территорию в порядок. Сдвинули снег, а у них территория отмежована им для парковки. Для парковки им отмежована территория. Всех глав касается. Этому бизнесу, уважаемому, она отмежована. Но слушайте, они обязаны вывести этот снег. Они обязаны вывести этот снег. Поэтому разговаривайте с ними, договаривайтесь. Кто не понимает, принимайте более жесткие меры. Протокол об административных правонарушениях. И другие законные меры. Иван Белозерцев призвал привлечь дополнительную технику. Это касается не только областного центра, но и районов. В каждом муниципалитете по поручению главы региона должна быть сформирована группа по контролю за уборкой снега с улиц.